Какие вакансии самые востребованные в нашем регионе и какие условия труда предлагают молодым специалистам? Эти и другие вопросы сегодня на протяжении всего дня обсуждают на стенде Тюменской области в Москве. И прямо сейчас и на протяжении всего дня здесь будут проходить экскурсии для детей. Они направлены на профориентацию. С ребятами встречаются представители различных крупнейших организаций Тюменской области, рассказывают о своих предприятиях и условиях труда. Также в игровой форме с школьниками младшего возраста поделятся основами выбора профессии. Вот сейчас проходит как раз деловая игра для ребят. И хочу заметить, что сегодня из Тюмени приехала достаточно большая делегация, в их числе и победители, и призеры национального чемпионата профессионалы. Они также поделятся сегодня с гостями нашего стенда своими историями успеха.